Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Настоящий красавчик актер Даниил Страхов получил известность после роли барона Корфа в телесериале «Бедная Настя». Но актер востребован не только в кино, за его плечами множество сыгранных ролей и на театральных подмостках. Достаточно посмотреть спектакль «Макбет», что в театре на Малой Бронной, чтобы оценить талант молодого артиста. Среди последних работ в кино особняком стоят, безусловно, роли в сериалах «Знахарь» и «Про Веру». Но давайте поговорим немного и о личной жизни актера, которая весьма любопытна. Еще во время обучения в знаменитой «Щуке» Страхов познакомился и влюбился в начинающую актрису Марию Леонову. Правда, первоначально Маша не обращала на Дани ни малейшего внимания, что, конечно, оскорбляло молодого человека, который не привык быть обделенным женским вниманием. Чуть позже судьба свела актеров вновь, а было это в театре имени Горького. Молодые люди начали встречаться, а в 2001 году и поженились. Стоит отметить, что супруга не такая популярная артистка. Большинству она знакома по роли Дианы Беляевой в нашумевшем сериале «Не родись красивой». Актрису нечасто можно увидеть на телеэкране, так как она отдает предпочтение театральной сцене. Супруги стараются не играть вместе на одной сцене, считают, что это мешает им войти в образ. Семейная жизнь пары не раз давала трещину. Сначала в семье не было денег, потом на Данилу нахлынула неслыханная популярность, в связи с чем актер круглосуточно пропадал на съемочных площадках. Любимая все понимала, не предъявляла претензий и ждала своего суженого дома, занимаясь хозяйственными вопросами. Также поговаривали, что из-за внешности далекой от идеала, муж не выходит с женой в свет. Приписывали актеру и роман с актрисой Еленой Кориковой, с которой они вместе сыграли в мыльной опере «Бедная Настя». Скандал набирал обороты, все ждали развода Марии и Дани. Но любовная интрига закончилась, а брак уцелел. Пара жената уже 20 лет, правда, в семье до сих пор нет детей. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!